В эфире службы новостей «Саров-24» в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В мире науки в технопарке стартовала летняя научная школа по физике высоких энергий и ускорительной технике. Аксеевский огурец. В Мордовии прошел гастрономический фестиваль. Их служба и опасные трудна. 25 июля – день сотрудника органов следствия Российской Федерации. Далее расскажем обо всем подробно. 5 дней, 14 лекционных блоков, около 100 участников. В технопарке стартовала летняя научная школа по физике высоких энергий и ускорительной техники. Здесь собрались студенты, аспиранты, молодые ученые из ведущих вузов и образовательных организаций страны. Привлечь студентов и молодых ученых к проекту по созданию установок класса «Мега-сайенс» и к смежным научным задачам и проектам. Сформировать из них сообщество, которое в ближайшее время будет определять путь науки в нашей стране и в мире. Такова цель летней научной школы по физике высоких энергий и ускорительной техники. На базе Национального центра физики и математики собрали молодые кадры из разных регионов страны. Каждый из них приехал сюда за новыми знаниями. Интересна тематика, интересен сам проект. Он только набирает обороты, и надеемся завести новые знакомства, новые связи. Моя работа, она непосредственно связана с суперчамповой фабрикой, моя дипломная работа, вот, и поэтому эта тематика как-никак подходит мне. Очень масштабное мероприятие, очень много серьезных людей, которые связаны в основном с наукой, с физикой, но в то же время есть и инженеры, которые как раз производят конструкцию, разрабатывают конструкцию всех установок, которые находятся на территории РФСМЕФ. В школе приняли участие более 70 слушателей и 15 лекторов из разных институтов университетов России. География проекта обширна. Москва, Новосибирск, Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ярославль, Дубна, Нижний Новгород и Саров. Школа посвящена широкому кругу вопросов по физике высоких энергий, ускорительной технике, обработке данных. Сегодня я читаю лекцию, представляю, как раз рассказываю более подробно, что такое ЦТАУ-фабрика, в ее место. В общем ландшафте физики, как появился этот проект, что он из себя представляет, что мы планируем делать. Ну, а во все остальные дни лекции, которые будут читаться, это лекции по физике, ну вот по направлениям, связанным вот с этим направлением исследования физика ароматов. Программа школы насыщенная. На 5 дней распределили 14 лекционных блоков. Также с докладами выступят сами слушатели, студенты, аспиранты и молодые ученые. Организаторы проекта – Национальный центр физики и математики и РФИАЦВНИЕФ. Школа по физике высоких энергий – одна из череды научных мероприятий, запланированных к реализации в рамках развития научной среды НЦФМ. И то, что сейчас, вот, например, создан центр физики и математики, это очень важная, огромной важности государственная задача, очень нужная, потому что именно нам нужно сейчас новые знания, более точные знания. Нужно более установки мирового уровня. Нам нужны программные продукты, вычислительные системы тоже мирового уровня. Проект Национального центра физики и математики стартовал во исполнение поручений президента нашей страны, который в конце 2020 года посетил Саров, дал ряд поручений. И в течение 2021 года, начало 2022 года состоялся беспрецедентный по объему деятельности реализован комплекс мероприятий. Сформирована система управления Национальным центром физики и математики, созданный совет по развитию, научно-технический совет, открыт филиал Московского университета. Для участников школы приготовили богатую экскурсионную программу. Она включает знакомство с территорией и работой технопарка Саров, филиалом МГУ, Дивеевским монастырем, музеем ядерного оружия, Саровской пустынью. Сотрудник библиотеки имени Маяковского Екатерина Скворцова стала общественным помощником уполномоченных по правам человека и по правам ребенка. Прием населения она будет проводить ежемесячно, начиная с сентября. Обязательно предварительная запись на прием по телефону 9-90-28. Другая важная информация в подборке коротких новостей.
Температурный фон плюс 25, плюс 30 градусов прогнозируется почти по всей территории европейской части России в течение наступившей рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это и Центральный федеральный округ, и Поволжье, и Южный Северо-Кавказский федеральный округа, уточнил метеоролог. В нашем городе, по прогнозу Гисметео, самыми жаркими днями станут среда и четверг, когда воздух прогреется до 29 градусов. Всю рабочую неделю синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. К выходным немного похолодает, до 21 градуса. Саровчан приглашают на тренировки в рамках проекта «Спорт в каждый двор». На площадках в разных районах города инструкторы Центра внешкольной работы бесплатно проводят спортивные игры для всех желающих горожан любого возраста и уровня подготовки. Занятия проходят на спортивной площадке в сквере 22-го микрорайона, на Казамазово 10, скейт-парке «Икара», на стадионах 10-й и 16-й школ и на лыжной базе. Собрать улики, найти подозреваемого и доказать его вину – этой работой занимаются особые сотрудники правоохранительных органов – следователи. В трудовые будни Саровского следственного отдела погрузилась наша съемочная группа. Мысли связать свою жизнь с госслужбой у Юлии Полозовой появились еще в школе. На первом курсе девушка вызвалась стать общественным помощником следователя. С этого момента и начался ее профессиональный путь. В Саровском следственном отделе Юлия работает около года. И за этот период успела раскрыть немало преступлений. Мое первое дело буквально через 2 недели после наступления на службу. Это, ну, по мне, это, да, не очень интересное дело. Незаконное проникновение в жилище. Было, в принципе, несложно его раскрыть. Быстро мы его закончили. Обвиняемый у нас полностью признал вину. Вот, с этим проблем не возникло. А буквально через, наверное, пару месяцев после заступления на службу у меня появилось... И в моей практике убийство. Эмоции – худший спутник следователя. Каждому делу нужно подходить с холодным рассудком, абстрагироваться от боли и переживаний окружающих. Только так следователь сможет увидеть общую картину и раскрыть преступление, считает Юлия. С утверждением, что это не женская профессия, девушка не согласна. На мой взгляд, в данной профессии следователем должны работать как мужчины, так и женщины, потому что есть уголовные дела, которые... проще даются, наверное, вот именно женщинам, там, я так думаю, что это, что касается половой там неприкосновенности, то есть с маленькими детьми комфортнее общаться, я думаю, что женщинам, чем мужчинам. Коллега Юлии Глеб Шутов также попал в Саров около года назад. До этого работал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Наш город Глебу показался особенным, причем как с обыденной повседневной стороны, так и с его криминальной составляющей. За год работы ему встретился широкий спектр разных преступлений. Главное в работе следователя – помогать людям, считает мужчина. Когда работаешь с несовершеннолетними детьми, начинаешь с ними разговор с того, что кто ты и вообще почему он должен с тобой поговорить, и ты ему говоришь, что я следователь, а следователь – это дяденька, который не дает обижать твоих родителей и близких и не даст в обиду тебя. Но, в принципе, так и есть. То есть мы должны охранять покой граждан. И с этой задачей саровские следователи, безусловно, справляются. Раскрываемость в этом году составила 99%. Число убийств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось практически в 2 раза. А вот коррупционных преступлений стало больше. Если в прошлом году завели только 1 уголовное дело, то в этом году их уже 3 по 6 эпизодам коррупционных преступлений. Так что отдых и свободное время нашим следователям только снятся. Однако трудности их закаляют. От лица коллектива следственного отдела, от себя лично, хочется поздравить своих сотрудников, коллег, пенсионеров следствия, органов следствия с праздником, пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, крепкого тыла, мирного неба над головой. Канал 16 поздравляет следователей с Днем сотрудника органов следствия Российской Федерации. Желаем побольше раскрытых дел и пойманных преступников. В дежурную часть УВД обратился мужчина с заявлением, что его избили и похитили у него мобильный телефон. В ходе расследования полиция выяснила, что сотовый он оставил в такси, когда ночью переезжал из одного питейного заведения в другое. А причиной травм послужили постоянные падения из-за того, что мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Два ДТП с пострадавшими зарегистрировали в Сарове на минувшей неделе. В первом случае водитель при повороте налево на перекрестке наехал на девушку, которая переходила по пешеходному переходу на свой зеленый сигнал светофора. По факту аварии проводится проверка. Второе ДТП случилось еще 16 июля, но родители пострадавшего в нем ребенка не обратились сразу в ГИБДД. Позже обратились в приемный покой. Само ДТП было 16 июля в районе улицы Курчатова. Водитель 93-го года управлял автомашиной, при движении в жилой зоне совершил наезд на велосипедиста, который приближался слева от автомашины. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. После осмотра врачом был отпущен домой. Двое саровчан лишились велосипедов. Один увели из подъезда дома на Карла Маркса, второй украли с улицы. Он был две недели пристегнут около дома на проспекте Музрукова. Его хозяйка приезжала на работу и проверяла, находится ли ее велосипед на месте. Но однажды своего имущества на привычном месте женщина не нашла. Кроме того, на прошлой неделе в дежурную часть продолжали поступать сообщения о мошенничествах. Молодой человек пояснил, что ему позвонил неизвестный, сообщил о кредите, оформленном на его имя. Также неизвестный уточнил, что ему нужно одобрить заявку на кредит и перевести полученные деньги, а также свои сбережения, хранившиеся на банковском счете мужчины, на два банковских счета, указанных собеседником. Мужчина выполнил все инструкции и перевел на банковский счет злоумышленников почти 550 тысяч рублей. Еще один саровчанин лишился денег при покупке в интернет-магазине. Мужчина внес полную предоплату за товар, но ни денег, ни заказа так и не увидел. Также в ВВД поступили заявления о нанесении телесных повреждений. Зарегистрировано встречное заявление двух мужчин друг на друга о причинении телесных повреждений. Молодые люди отдыхали в ночном заведении, где у них произошел конфликт, в ходе которого первый нанес удары по лицу второго. Еще одно заявление об избиении поступило от жительницы улицы Привокзальной. По всем делам проводится проверка. В Темниковском районе прошел третий межрайонный гастрономический фестиваль «Аксельский огурец». Гости познакомились с народными традициями и ценностями огуречной столицы Мордовии. На празднике побывала и наша съемочная группа. В Мордовии прошел третий межрайонный гастрономический фестиваль «Аксельский огурец». Сюда приехали жители со всей республики, чтобы развлечься и представить свои урожайные успехи. В этом году мероприятие прошло при поддержке президентского фонда культурных инициатив. У нас есть несколько энтузиастов, которые в этом году написали на проект президентских грантов. И мы выиграли около 500 тысяч рублей. И вот эти деньги мы направили на организацию этого праздника, провели большую подготовительную работу. Гости фестиваля познакомились с народными традициями и ценностями села Акселя. Оказывается, это место знаменито своим огуречным урожаем еще с прошлого века. У нас проходит вообще в Акселе два праздника. Это зимой проходит аксельский валенок, а летом проходит аксельский огурец. Меня спрашиваете, почему именно проходит у вас два праздника? Потому что летом люди выращивают огурцы. Вообще-то у нас народ трудолюбивый живет в этом Акселе. А зимой валяют валенки. Сами жители села чтут традиции Акселя, рассказывают о быте предков. Для них фестиваль – это самый родной праздник, поэтому они отмечают его ярко и громко. Люди издавна сажали здесь огурцы, которые продавали вот на этой базарной площади и консервировали, все делали с огурцами. Мы, соответственно, испекли пирог с огурцами. И вот у меня здесь такое блюдо фазан, закусочка, она тоже присутствует огурец. В этом году масштаб мероприятия изменился. Приехали жители из различных близлежащих сел, деревень, городов. А с собой не привезли кулинарные шедевры. Да, я приехала и с огурцами, и с пирогами. Показать свои, так сказать, свои сладости, кушанье. Это, конечно, поделки из огурца. Вот такие вот. Вот вязаные огуречки, вот я постаралась и связала. Ну и блюда из огурцов, варенье из огурцов у нас. Даже варенье? Даже варенье. Вот это жареное огурец. Огуречки. Это роллы из огурцов. И вот растягай с солеными огурцом и с яйцами. Впрочем, попробуйте. Очень вкусные. Фестиваль огурца. А как вы восприняли это название? Сперва мы тоже удивились и не поверили, что мероприятие не шуточное. Но увидев множество людей в народных костюмах, послушав искреннее исполнение традиционных песен, поняли, что обычный овощ объединил вокруг себя простых, творческих, активных людей. И
это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей.